Девочка. Кто-то подошел. Приветствую, друзья. У нас уже клюет. Первые забросы. Сразу две гусерки пока в садке уже есть. Сейчас опять поклевка была на первый, на второй фидер тоже. Эдуард Николаевич, сегодня, да, я не один, с Эдуардом Николаевичем наконец-то. Давненько с ним уже никуда не выбирались. Сейчас вы увидите снова вашего друга зачетного. Всем подожди, привет. Николаевич, еще не подошел. Здорово. Всем привет. Ну что, как ты? Вот заброс первый. Все, работаешь, работаешь, на рыбалку никак не выберешься, да? Да, работы. Тьма. Лето, сезон. Да, есть такое дело. На что будешь ловить сегодня? Пока на париков стартую, там. Тебе перловочка есть, да? Каша, типа салапинки сделал. Ну так уж нельзя сегодня половить, да, попробовать? Посмотрим, кто будет. Ага. Я не загадываю. Ну да, у меня кто-то дергает там все уже. Комаров сегодня тьма просто, вообще много летает. Все просто, один гул стоит, в общем, и так далее. Ну нам пофигу, у нас костюмы. Да. Сегодня мы не одни, там на берегу еще человека 4 или 5. Слева никого, а справа там куча народу. Ну, как обычно, люди не могут нормально сидеть у них. И музыка там долбит вовсю уже, и собаки гавкают, лают. Две собаки точно. Сейчас вроде как потише немножко стало, а поначалу тут такой шум стоял, так ну его нафиг, такую рыбалку. Праздники, ладно. Что ты хотел? Праздники, да. Рабочий. Кстати, всех с праздником. Что за праздник сегодня, кстати? Вчера был День России. День России вчера был? А, ну пусть. Я-то праздник не отмечаю. Для меня только один праздник, это... Ну, поздравить-то не мешало. 9 мая, 23 февраля. Все, нафиг. Ну, дни рождения-то еще можно. Не, ну, поздравить-то не мешало бы. Ну, да. Новый год еще так себе. Тоже как можно считать, типа праздник. Ладненько, давай так закидываемся. Будем пробовать рыбачить, что-нибудь ловить. Еще хотим сегодня поймать трофейного леща, если получится. Попытка, не пытка, уже который раз. Пока не получается. Пока максимум на килограмм клевали. Крупняк пока не подходил. Ну, сейчас возле берега закидываем фидера оба. По одному возле берега, а вторые далеко. Посмотри, где рыбка ходит. Ой, Дик, кто-то есть, хорошая. Пацан, готов на всякий случай. Он как ходит, блин. Нифига себе, дынь-дыни. О, есть, есть. Это дальний или ближний? Это ближний. Сейчас подуспокоился, но чувствую, водит. Поглубже задень немножко еще. Видишь, даже кормушка не поднимается. О! Давай, братуха. Кто это, блин? Есть, что ли? Да. Ха-ха, нельзя, по-моему. Первый. Так что тебе на кукурузу должен ловить. Эдик, все, кормушка завязалась. На. Ну, с почином нас. Да. Подъязик небольшой. Значит, можно кукурузу ставить. Грамм 500 такой. Сейчас посмотрим. Вот он, братаны. Вот эта рыбина. Первый трофей за сегодня. Неплохо, ребята. О, как он заживал. Далеко, однако. Поклевка идет, кажись. Он такая плавная, что будто бы катит, но это не катит. Сейчас подождем. Это дальний фидер сработал опять. Он чаще клюет. Пока там одна густера была. Может быть, лещ подойдет сейчас. Комара гул стоит, да, с какой? Вон сок их, ну, смотрите, на воде сок комаров. Кто-то поклевал, поклевал, походу, и пока не хочет. Ладно, пусть пока заглатывает. Николаевич пока там тоже приоснащается все. Все что-то мудрит. Да, пока рыбу тяжелая, меня. Николаевич, пока рыбу поймать не можешь, смотри, на. Кормушка тяжелая была. У тебя там опарыш и ползает тысячи на... Видишь, самодельная? Угу. Не клюет пока на нее, да? Я не ставил. Я прошлый раз... не, вон стоит. Я прошлый раз ставил, вообще поклевки не видел. Так вот, тишина, вообще молчит. Есть, я должен пройти, по идее, на кукурузу. Ладненько еще, рыбачим дальше. Вон, гостерочка пришла. Неплохая. Пятую рыбину пока поймал. Что, Николаевич, ничего не клюет пока, да? А у меня оба фидера на берегу, что убежала. Прикинь, ушла с рук. Повезло ей, да и хрен ее. Не крупно все равно. Перезакидываем дальше. Блин, секунд 30 не прошло, уже поклевка. Хрен знает, ничего не чувствую, Эдик.
Хотел только термос достал, чайку попить. А не дают рыба, не дает. Сама была бы, хоть тут нету. Ну, видишь, густера там уже стоит, да? Густера, наверное, тоже, но, бля. Точно. Густерка. Вот такая вот. Небольшая, но все же приятно еще. Главное, что-то клюет. Это тоже радует. В садок кидаем ее пока все туда. Пусть копилку копится. Минут 20 рыбачим, пока вот такая мелочевка клюет. Это густера. Кто не знает, похоже на подлещика, но плавники немножко другого цвета, да и сама форма тоже. Пока третья попалась. Водика пока никого. Полный ноль. Поклевки были, но тишина. Сейчас пока в садок это все дело кидаем. Постоянно перезакидываем. Точку надо кормить. Прикормки заводские в обоих. Что там, блин? Ничего не клюет. Эдик отдыхает пока. Кайфует, да, по полной, да? После работы устал. Да. Кстати, наверное, заметили, костюмчики у нас одинаковые совершенно. Обои цвета мох. Я еще кепку нашел старенькую свою, так вообще нормально. Это костюмы антигнуз, если кто не в курсе еще. По затом ролике я об этом показывал, немножко рассказывал так вот. А так неплохой костюмчик проявил себя. Кому главное особо не прокусывать, где-то только в коленях ноги, если натянута будет кожа. Сеточка, да? Так что Эдику тоже сразу заказали два костюма. Они пришли, размеры одинаковые. Фух, нормально. Так что если костюмчик кому будет интересно, я ссылку на него оставлю в описании под видео. Там по промокоду слово Ментруль, моя фамилия, скидка будет 15%. Так что будет нормально тоже. Так вот, не особо дорого стоит, да? Да, не такие уж. 3500 где-то, да, плюс скидочка, 15% тогда. Это вообще там уходит 300 буквально. Нормально. Типа горки, не хуже. Так и ткань, как у горки практически. Рип-стоп. Угу. У горки там больше хлопок идет, ну нафиг ее. Она и садится потом, и больше не нравится мне такая ткань. Этот рип-стоп, она более вечная. Карманщики боковые, считай. На замках передние. Я на рыбалку уже брал. У меня такое ощущение, изначально этот обработанный чем-то. Короче, этот. Вода случайно тоже весло на меня, как бы этот, плеснули в воду и прям вот скатывается. Плотно, она особо-то не намокает, нормально. Она дождь хорошая, чтобы она намокла. Ну, не, конечно, блин. Не мембрана, но. Да, не мембрана, но более поначалу, что. Ну-ка, день-ка капюшон. Как выглядит? Капюшон небольшой, да? Не валки капюшон, такой. Да, не такой, как бы. Ну, вот. Сейчас полностью могу застегнуть. Давай, покажи чудо. Посидим. Что удобно, знаешь, это. Мне вот это понравилось. С обоих сторон замок. Угу. Не надо там мучиться так. Ага. А либо так, либо там правша, либо левша там. Как удобно. Давай, засоединись. Посмотрим, как это выглядит в деле. Пока не клеток еще, экспериментируем, смотрим. О, нормально, да? Можно и на пчелу идти. Ну как тебе? Все, вон комарики не пролетят. Мышь не проскочит. Да, морожку собирать нормально, ягоды тоже, особенно летом. Кстати, которые... да, тема вообще, там же с ума сойдешь, блин. Загрызут нафиг. Ну тогда кайфуем. Да. Все видно, лицо видно. Ладненько, рыбачим, так что. Так что, кому интересно, ссылку еще раз говорю в описании оставляю. На камуфляж 78 магазин. Там можно убрать что-нибудь все равно. Пока чайку и спить. Приготовить все это дело. Пусть остывает. Печеньки и все. Сегодня больше ничего нету. У Николаевича поклевочка была. Но больше не тащит. Так. Что-то идет. Тяжеленько чувствуется. Вес такой, не знаю, Эдик. Может, я обманываю, конечно, но такое ощущение, будто что-то идет. С натяжением. Не как вот эта мелочь. Сейчас дам. Вон уже рядом, вижу, даже кормушка не всплывает. Вон трава здесь, давай сюда. Вау. О, подлещик. Ха-ха. Первый, да, подлещик. Видишь, вышли нафиг. Ну это неплохой такой. Ну-ка, иди-ка, иди-ка. Опа. Первый нормальный рыб, точнее второй. Видишь, на опарыша взял чисто, за губу. Вот такие рыбинки стали клевать. Сколько грамм? 400 будет точно, да? Да, 400 где-то есть. Угу. Неплохо еще, да? Уже подвязок такой неплохой, там грамм 500, и этот. В общем, я уже килограмм свой поймал. Опа.
отличная рыбалка продолжается. Сырочка. Еще 6-0, да? А нет, 6-1 теперь. О, какой. Тебя уже там, да? Малыш. Хотя бы сырочка и то. Обрубился Эдик. Видишь, за рыбу подержался у меня, да? И сразу поймал. Видишь, сработало. Одна примета работает, другая тоже работает. Мне удачи сейчас пожелали. Удачи Эдику пожелали, и все, клевать перестало. Да. Вот некоторые... этому говорю, подержись за рыбу, он подержался, и 3 минуты не прошло по клевочке. Такие, как Миша Михайлов, точно знаешь, что такое удачу пожелает. Да? Ну, садок и кидай. Сейчас, пока сюда. Ага. О, тащится что-то хорошее. Блин, он даже минуты не стоит, да? Второе фидро не могу перезакинуть уже 2 раза, блин. Что, Николаевич, вытащим и вытащим. А сейчас я не чувствую его. Слушай, опять батарейки не поменялся. Ага. А сейчас пока я не чувствую ничего. Ну видишь, кормушка даже не поднимается. Нет, поднималась. Видишь, вот трава, надо ближе сюда. Я думал, что о, что-то есть. А, не крупная. О, это еще, а подлещик? Это этот, типа, ну-ка. А нет, синец, ну или сапали, как он там. Фига себе, в первом там году, блин. Но все равно приятно, да? Угу. Опа! Такая она. Тело более плоское, узкое. Ну, вот у синца. Я его определяю вот по этой херне. Ну, угу. По плавнику анальному. И голова больше. Ну, как тело узкое такое. Неплохо берем. Экстрактор бы только, Эдик. У меня вон лежит. Прямо где крючки у меня в стакане. Интересно. Такую рыбу в этом году еще не ловил. Они на ветке клюют. Такие наши грамм по 500 еще. Вот, я в Череповец вот езжу. Там вот такие нормально. Бьет. Неплохо еще, берем. Сейчас в июле пока. Я собираюсь. Угу. Все, оба фидера на берегу. Там сорожка была, так отпустил на втором. Опа, о какая сорога или что это. Николаевич, сорога неплохая пришла. Плотва. Да, сорожена. Ух ты. Чё? Заглатывает нафиг вообще по самому уши. Ладненько. Ну вот такие дела пока. Время уже 12 ночи. Клюет постоянно. Но мелочевка. Густера, плотва. Иногда бывают просто холостые. У Эдика сейчас что-то крупное было. Шло, сошло и поводок откусило. Возможно, взяла мелочевка, а наверх щука схватилась. Либо хорошая лещ был. Порвало? Возле самой этой кормушки. Ну, в общем, я упустил трофея. Одну костерочку поймал пока в итоге. Поклевка адская была, мне аж колбасит до сих пор. Парыша не могу насадить, блин. Ну это та рыбалка, да? Угу. Чуется сразу же. А так ждем поклевок следующих. Пока тишина. Рыба в садке уже есть, конечно. Вон там подъязок неплохой, подлещик. И так по мелочи еще. Густера все такое, сапа. Там сазан, наверное, клевал. Может быть, только были бы они здесь. Николаевич, наконец-то нормальная поклевочка. Ну ты смотри, я в туфлях сегодня. Сейчас вытащит. А подлещик? А прямо так вытаскивай его. Мелкий, что ли? Такой? Вдалеке-то такой. Кабан казался, да? Да. Так еще и то неплохо. О, какой. Грамм 300 такой, да? Угу. Ну, то приятно. Знаешь, хоть что-то клевать стало, да? Да. У. Надо этим. Заглотил. Неплохо еще. Сейчас. Вот такая рыбина. Подлещик. Уже второй подлещик. Один. Я уже изенок. Отчаялся было. Подожди-ка. Думал, все, мне удачи пожелали, блин. Хотя бы что-то. Хотел садиться в интернет. Все, достал. Угу. Аккуратненько распутывай. Садок кидаю. Все, Эдуард Николаевич обрубился. Не все мелочь тягать, да? На опарыш взял, да, чисто? Да. Неплохо. Рыбка копится. Кто-то вроде клюнул. Поклевка такая незрачная была с натягом. А сейчас особо не чувствую. Но кто-то идет. Сейчас я его на берег, наверное, так. А так вытащу. Что-то идет, не идет ли? Идет. Угу. Ну и то подлещик главное, да? Да. Видишь, хоть активировались походу, да? Стали поклевывать-то мне. Водика, считай, клюнул побольше. Это поменьше. Ляпка такая, ух ты, сильная рыба.
за верхнюю губу чисто взял. Неплохо еще. А на этот фидер у меня чисто верхоплавочка малюсенькая была и все. Ну давай, ребёк. А ничего, тихонько, да? Собирается рыба-то у нас. В садке там. Вот сколько уже. Пара килограмм уже есть. Время еще только начало рыбалки, можно сказать. О. Хрена он дергает, блин. Кто там у нас? Подлещик? Ляпка клюнула, да? Угу. Вот такая рыбка. Ну что, обрыбился снова, да? Немножко стал ловить. Все, держи, цепляю. Потихоньку тема пошла. Угу. Ничего, главное, рыба немножко поклевывает. Не крупняк, конечно, но зато, знаете, постоянно как бы идет какая-то стабильность поклевок. Солнце скоро расставать будет. Хотя время уже... Сейчас даже посмотрю, сколько времени у нас натикало. О, 37 минут первого. 12:37. Неплохо. Сейчас 2 часа уже, все будет светло уже. Да и так, в принципе, сейчас белая ночь у нас в республике Коми. Так что особо не темнеет. Комаров только очень много. Постоянно жрут, кусают. Так, да, поклевки как бы нечастые. Ну, как бы мелочь. Мелочь долбит, да. Крупняка пока нету. Даже на килограмм ничего не поймать. Так, грамм до 500 пока клюет максимум и все. Погодка класс. Тишина, спокойная и очень тепло. Блин, комары по 3 штуки аж на палец садятся. Ладно, рыбачим пока. Рыбачим. Периодически чаек попиваем. Как... Иди, кофеек, я чаек. А сейчас у меня полный безмолвие, вообще тишина. Минут уже 10, наверное, 15. Ой, как была хорошая поклевка. Реально было лечь, да? Что такое? Да хрен его знает. Аж удилище чуть не слетело. Бахнуло и все, и ушло. У меня пока тишина полная. Считай, близко, метров 20 или 15. Может, есть? Может быть. Рыба практически не клюет, но такая сторожка подходит. Как бы неплохая, в принципе-то. Не особо мелкая. Ух ты. Небольшая-то небольшая, но тоже заглотит так, так что мало не покажется. Опарышевая трещатка еще видно, но в глаз воткнулся, да, точно. Ничего там? Вроде все потащу. Значит, немножко тоже покачивает. Чутка. Не, мелочка. Если тебе что-то идет, то, наверное, мелкая, да? Мелочь. Мелочь. Густера. Это нет, подлещик. Или густера? Мелочка. Подлещик. Еще один трофей. Да нету крупняка вообще, да? Mm-mm. Ничего не сделаешь. Клево почти нет уже. Рассвело утро. 2 часа ровно ночи. Вон, мелочь такой, у берега булькается постоянно и все. Комары только атакуют без перестанного все равно. Хорошо, однако. А? Перезабрасывать-то будем где-то сейчас? Я не знаю, есть ли смысл даже. Сматываемся. Я тоже думаю, один тихонько разбирать пока фидер, потом второй. О! Пиздец. А я ничего не понял. Срезала она, слышь? Срезала. Ничего нету. А что, ты была щука, что ли? Да, кормушку съела она. И кормушку? Да, нету. О, просто плетенка одна. Порвала, стопудов. Единственная мощная поклевка, и непонятно, что ей было даже. Либо в камень там срезала, было. И все. Там нечто было. Но что-то было очень хорошее. А не, смысл, ну, даже? Поклевка-то адская была. Но таких поклевок еще не видел даже. На. Аж спиннинг вот так вот. Точнее, фидер ходуном заходил. А что толку-то? Сошло? Обычно не то, что всегда под занавес бывает. Но... Не то, что сошло, как бы вот именно кормушку срезало почему-то. Скорее всего, острый камень какой-то, да? Каменная? Я даже этот... Как кормушку? Кормушку она не срезала. На чем дело? Я даже не почувствовал, что там рыба какая-то есть, нет. А-а-а. Просто потянул, оно уже свободное было. А-а-а. Такое ощущение, будто рыба там дернулась вот так вот и все. И срезала. Может быть, и так, вместе с кормушки. Лещара был килограмм на 6, на 7, блин. Не меньше. Это черт, да? Зараза, блин. Ну все, после последней большой мощной поклевки, которая все оторвала вместе с кормушкой, видать, рыба взяла большая, стала водить туда-сюда, как бы и об камень какой-то срезала поводок. Не поводок, а вообще плетню мою толстую. Хотя плетня здесь была 0,24. Толстая довольно-таки. Сейчас подведем итоги. Мелкую рыбу, вот такую густерку смысла отпускать нету. Там крючки в основном все прокалывали, особенности уровень глаза. Поэтому слушай, посмотрим. Слушай, подлещик крупный, такой кусанный. Кусанный? Может быть, еще нет? Че, Эдуард Николаевич, выноси рыбу, высыпай, посмотрим, что получилось. А что ведро? А что, сразу принесешь? Ух ты!
Вот этот вроде был вкусный, не? Смотри, вон видишь, около. Ну да, немножко есть. Че, ничего, да? На это сполосни его по брику. Чтоб не убежал. Сейчас я тоже руки сполосну. От песка отлези. Да, что-то было. Непонятно. Ну вот изенок неплохой. Подлещики. Сколько ведро? 3-5? Да. Ну, килограмма 3-то, наверное, поймали в общем итоге, да? Вдвоем-то. Да и по весу примерно так ощущается. Ну, чувствуется, рыба уже отошла отсюда. Да? Мало здесь рыбы стало, мало. Ничего, поймали, да, главное. Ага. Немножко есть. Кто-то даже там хрюкает еще. Неплохо еще. В принципе, не пусто. Не пусто, не густо, но нормально. Завялить. А, да, сейчас завялишь, потом посидим, погрызем, как семечки, да? Угу. Этих так пожарить. Ну-ка, вот этого посмотрите-ка. Закоптить. Ух ты, какой! А, вот такие подлещики. Сейчас по солнцу разберемся. Вот такие вот. Это самый большой подлещик на сегодняшний день. Дислокацию поменяем. Да? Будет крупнее. Че, думаю, прыгать не будут. Ладненько, еще давайте тогда прощаться вам, да? Всем счастливо. Всем до новых встреч. Еще рыбалок, думаю, будет много. Сейчас пока июнь, порабащим в основном на фидер. Также будет подводная охота где-то начинаться скоро уже. Сейчас гидрокостюм новый жду. Где-то он во вторник уже должен приехать к нам в город. Пятерка, 5 миллиметров на лето, само то будет. А так, да, потом июль месяц это уже будет. Лодка с мотором у меня сейчас придут тоже. Может быть, дней через 10. Заказ надо долго ждать. Соответственно, потом уже начнется рыбалка с лодки, джиг и так далее. Это нормально. Щучку половим. А пока сейчас, пока ничего нету, будем ловить леща, либо пытаться это сделать. Все, давайте. Пока всем.